Привет, с вами Аяс. Привет, привет, привет. Сегодня я буду говорить, как скачать Half-Life моды. Чтобы они были. У меня очень много модов, поэтому я буду на своей Half-Life, Half-е проверять, которые я все время использую только для испытаний. Ну, проверить, если они у меня работают. Может быть, и не работают у меня. Бывает, что тупо. Поэтому я никогда не использую на мой Half-Life, где очень много модов. Он повредит мою... Он повредит мой бизнес. Ладно, давайте допускаем Half-Life. О бизнесе ничего спрашивать не надо. Вот. Какой выбираем Half-Life? Допустим. Какой самый маленький? Есть. У меня тут каких тут даже нет. У меня есть. Давайте... вот это. Куриная крепость. Обычно это как бы Team Fortress, только уже на Half-Life в движке. А некоторые есть установки. Насчет установок тоже так же. Записаем в папку, где Half-Life. Что нового и что исправлено? Может, ты тупой? А, вот здесь найдешь сайт. Ладно, вот. Half-Life Mini Team Fortress. Тут у меня переводится вообще зря. Хер какой-то. Переведено с английского. С русского давайте переводите на английский. Вот это вы умеете. Давайте не будем ждать. И сразу подальше не будем ждать. И у нас она скрутилась. Запускаем. Видим Chicken Fortress. Chicken Fortress. Вот эти файлы, если они у вас есть в архиве, их не надо удалять. Просто их нельзя никак. Можно. Нет, просто иногда у меня бывает, что игра ломается. И пиздец. Полный пиздец. На самом деле не будет полного пиздеца. Потому что у меня официальная версия Half-Life 1. Официальный. Нормальный, официальный. Мультиплеер доступен во всех модов у меня. Не во всех, конечно. Поэтому у меня все время, когда... Да, грузись, плиз. Давай. Красава. И вот это давайте тоже, чтоб сразу запустить Chicken Fortress. Обычно через такие файлы у меня не работало. У меня обычно работает через какие... точно должно работать. Вот, этот файл, когда запускается, допустим, Force Assault. Ладно, неважно. Так, да где тут? Вот, Chicken Fortress. Если оно запустится и не запускается... Видите, нельзя так запускать Half-Life моды. Правда, нельзя. Придется мне искать эту долбанутую игру Chicken Fortress. Вот, Chicken Fortress 3. Че? Я первый раз вижу, как у меня игра не работает. Неужели, видите, игра может и сломаться. Но это ни к чему сейчас. Все равно же Half-Life запущен. Ладно. Выходим опять. Крашнулся у меня, что ли, он? Зачем я Warface? Я уже совсем не контролирую себя. Мне нужно выйти из этого лаунчера. Half-Life мне отвечает. Давайте. Chicken Fortress. Пожалуйста, для зрителей Ютуба. Или я просто скачаю другой альфа-релиз. Вы поняли, как скачивать, да? Запускать обязательно не нужно. Вот вы поняли, у вас должно устанавливаться. Это просто такой мод. Допустим, смотрите. Есть у меня мод, вот этот, например, как-то. Afraid of Monster. Вот. Просто любой скачивайте. Мало кто редко ломаются моды. То есть редко вы увидите, что моды не запускаются. Все, дорогие друзья, пока-пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Если видео вам понравилось, обязательно
Пиши в комментариях, что ты думаешь об этом видео. Ну, с вами была я с Windows 10. Да. Всем пока-пока. Удачи!